Ученик 1А класса средней школы номер 5. Басня Крылова «Лисица и ворона». Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать совсем уж было собралась. На ту беду лиса близёхонько бежала. Вдруг сырный дух лису остановил. Лисица видит сыр, лисицу сыр пленил. Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит хвостом, с вороны глаз не сводит и говорит, так сладко, чуть дыша: «Голубушка, как хороша! Ну что за шейка, что за глазки? Рассказывает так право сказки. Какие перышки, какой носок! И верно ангельский быть должен голосок. Спой, Светик, не стыдись, что ежели сестрица при красоте такой, и петь ты мастерица, ведь ты б у нас была царь-птица». Вещунина с похвал скружилась голова, от радости в забу дыханье сперла. И на приветливые лисицыны слова ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плутовка такова. Спасибо за внимание. Спасибо вам за внимание.